И сегодня мы с вами на кухне. Не потому, что здесь отдыхаем, а потому, что у нас сегодня опять очень серьезное дело. У нас полна кухни смородина. И нам нужно сварить вкусное смородиновое варенье. На сегодняшний день будет это варенье желе. Очень вкусное. Уверяю вас, прям настоящий натуральный получится желе. Не переваренное. Ягодки будут целые, и как в желатине. Я уже варю много-много лет. Опять же, по такому принципу, что закатываю под железные крышки, как я уже вам рассказывала, что я теперь все варенье так делаю. Вот. Итак, друзья, мы с вами приступаем. Варить будем не так, как обычно я варю, другим способом. Я сейчас вам все-все расскажу по порядочку, как и что. Смотрите, подписывайтесь на мой канал Лидия Мишушина «Живем с интересом». У нас с вами будет много разных видео на разные темы, тем, чем я живу, чем я интересуюсь, что в моей жизни происходит. Будем вместе с вами смотреть, обсуждать, писать комментарии. Ну и что-то я у вас буду для своего жизненного опыта принимать, что-то вы у меня. Так что, друзья, начинаем варить с вами варенье желе из черной смородины. Вот я уже подготовила 22 стакана черной смородины. Вот у меня в двух посудах, в двух таких тазиках. Помыла, перебрала, конечно, помыла все это аккуратно. Как бы вы, когда собирали смородину, не старались, все равно попадет мусор. Поэтому он даже вот мелкий, вот эти вот хвостиков, очень много мелкого мусора. Поэтому я все это тщательно в нескольких водах мою. Вот. И, значит, сейчас эта ягода, пока она стоит, подсыхает, мы тем временем с вами берем 7 стаканов воды и 14 стаканов сахара. И варим сахарный сироп. Вот так вот у меня варится сироп. Вот в том самом большом тазу, в котором я всегда варю все свои варенья. Он специально у меня для таких целей. Варим сироп. Еще раз повторю, что здесь у меня 7 стаканов воды и 14 стаканов сахара. Тех самых стаканов, которыми я мерила смородину. То есть имейте в виду, вот должны быть именно те стаканы такого же объема, которые у вас, которым вы мерили смородину. Ну все, жду, когда сироп закипит. И дальше будем продолжать с вами варить. Сироп, вот видите, закипел. И мы добавляем в него все 22 стакана смородины. И мы сейчас будем высыпать вот из двух посудин. Вот. Естественно, что сейчас у нас процесс закипания с вами приостановится. И и будем ждать опять закипания. Как закипит, кипятим 10 минут. Варенье закипело. И сейчас мы его будем варить ровно 10 минут с момента закипания. И, естественно, как обычно, вот будем снимать пеночку. Пусть она кипит. А мы будем снимать пенку. И обязательно посмотрим, сколько времени, чтобы нам не переварить его, друзья мои. 10 минут. Прошло 10 минут. Вот видите, уже практически пенка, она и не образуется. Я ее, все, что образовалось, я ее сняла. Вот. И выключаем. Варенье готово, мы его выключаем. Но это еще не все, друзья мои. Еще не готово до конца. Сейчас мы будем продолжать процесс варки. Нужно будет его до конца, если какая пеночка здесь есть, нужно будет ее все собрать и вот сложить в тарелочку. Итак, у нас все сварилось. И мы с вами сейчас вот в эту массу добавляем с вами еще 15 стаканов сахара. Но по стакану добавляем постепенно и активно размешиваем. То есть высыпаем и размешиваем. И так вот будем активно высыпать и размешивать все 15 стаканов. Итак, все, весь сахар растворился. Я вот активно мешала.
И все, и сразу же не надо ждать. Можно раскладывать в баночки. Сейчас я вот буду помешивать его, чтобы равномерно у нас как бы и жидкая масса, и ягодки. Вот разливаем в банки и закатываем железными крышками. Так вот, я все варенье уже закрыла в баночке. Получилось 9,5 литров. Ну и вот остатки варенья я как бы вот выложила в пенку. Что я снимала пеночку. Вот. Ну, где-то так получилось. Нет, у меня, к сожалению, вот банки пол-литровые. Где-то около 10 литров варенья. Объемчик такой серьезный. Вот я сейчас пока его разливала. Прошло приличное время. Так что, друзья, ну, о пользе смородного варенья я говорить не буду. Хочу сказать только одно, потому что вы все знаете, что очень много витамин С и всего-всего-всего в этом. Не зря наши предки испокон веков, из поколения в поколение сажают смородину, выращивают в своих огородах и едят ее, и делают из нее желе, и варят варенье, и компоты, и всякое разное. Ну, вот хочу еще сказать, что очень много полезных свойств, и как раз вот одна из немногих ягод, которая свои полезные свойства при варке не утрачивает. Так что смело можете готовить из смородины всякие варенья, компоты, и она все так же остается полезной, смородинка. Так что, друзья мои, всего вам доброго, до будущих встреч. И вот после моего утром я посмотрю, как оно, вот даже вот это вот варенье, которое я с пеночкой смешала, я вам покажу еще к самому же концу моего видео, какое оно стало густое. Оно просто будет желеобразное, как желе будет. Можно сказать, ну, ложка стоять в нем будет, и очень густое получается. И очень-очень вкусное, потому что варится она очень мало, друзья мои. Ну, всего вам доброго. Итак, вот варенье остыло. Смотрите, видите, оно прям желеобразное такое. С ложки практически вот не спадает. Очень густое, очень густое. И оно еще постоит, будет еще гуще, если с холодильника его... Холодильник поставить, будет еще гуще. Вот, ну и вот в баночке. Видите, оно окончательно остынет. Очень-очень вкусное. Друзья мои, всем вам рекомендую варить это полезное варенье. Полезное во всех отношениях. И в смысле витаминов, и пользы для организма. Вот, всего вам доброго, друзья мои. И до будущих встреч!